2 октября 2024 год. Уже сегодня просто звонили мне родственники. Где видео. Снимать попросту нечего. Я так понимаю, что... Ну, то есть, о чем-то говорить не о чем. Я так понимаю, что все замерло до той поры, пока 5 ноября не будет выборов в Соединенных Штатах. И потом, может, вторая будет активизация каких-то действий, событий, когда в конце января уже 2025 года новый президент или президентша не приступит к своим обязанностям, и уже будет видно, на что она готова, в смысле Украины, какую помощь оказывать, до каких степеней поддерживать. Ну, готовятся, да, то есть приходят в 16-е, да, приходят там Голландия, да, Нидерланды, тоже еще 20, по-моему, чем-то самолетов. То есть мобилизация идет, все потихонечку происходит. Где-то это все чего-то ждет, и кажется, они чего-то ждут. Ну, я думаю, что вот именно этого 5 ноября, когда будет понятно, в какую сторону двинутся события, наверное, наши хотят запас какой-то иметь, поэтому поддерживают. У меня нет других объяснений, комментировать просто ни о чем я не могу. Ну, правда, мне позвонили, просто уже переживают, что же ничего нет. Ну, когда ничего нет, так ни о чем и говорить. Афоризмы свои читать я уже устал, надоело. Так что, все буду Украина, не переймайтесь. Ждем-с.